Ну, инструменты самые разнообразные. Вот этот инструмент, это называется пулевые щипцы, которыми фиксируется шейка матки для того, чтобы можно было ввести инструменты другие в полость матки и извлечь развивающийся плод. В кабинете, где делают аборты, сегодня пусто. Инструменты, с помощью которых происходит прерывание беременности, представлены на информационных стендах. Главный врач родильного дома номер 3 Светлана Сагайдачная показывает их нашей съемочной группе с профессиональным хладнокровием. Однако не скрывает, несмотря на профессию, лично она против абортов. Говорит, это самая страшная операция, которая наносит непоправимый вред женскому здоровью, как физическому, так и психологическому. Безопасного аборта не существует. В любом случае, какими бы методами он ни был проведен, есть еще и метод медикаментозного прерывания беременности, каким бы методом он бы ни был проведен, он оказывает колоссальное негативное влияние на организм женщины. До 3 августа в женской консультации третьего роддома действует запрет на прерывание беременности. Таким образом, здесь вот уже 10-й год поддерживают общероссийскую акцию «Подари мне жизнь», направленную на защиту нерожденных детей и пропаганду семейных ценностей. Беседуем с такими женщинами, рассказываем им, что такое аборт, как это все происходит. Мы тесно сотрудничаем с психологами, социальными работниками. То есть каждую такую женщину мы отправляем на консультацию к этим специалистам. По статистике, в России на каждую вторую беременность приходится один аборт. Причины, которые заставляют женщин его сделать, самые разные. От молодости и материальных трудностей до банального нежелания иметь детей. Сегодня, рассказывает Светлана Сагайдачная, нет определенного социального слоя или категории женщин, которые прибегают к абортам. Их делают как молоденькие девушки, так и состоявшиеся женщины. Однако, считает главврач, именно продвижение идей ответственного родительства на всероссийском уровне приносит положительные результаты. И абортов сегодня делают почти втрое меньше, чем 6 лет назад. По статистике, в 2017 году, в 2011 году, вот показательные такие цифры, просто приведу в пример, было проведено более 1000 абортов, 1030. В 2017 году за год было проведено 430. Ольге всего 21 год. Свое лицо девушка показать не захотела. Именно потому, что в начале беременности хотела ее прервать. Ребенка в таком юном возрасте иметь вовсе не планировала. Однако врачам удалось ее отговорить. И сегодня девушка им благодарна. Через неделю у Ольги появится на свет сын. Теперь, конечно, очень рада, счастлива, что скоро появится малыш на свет. И, конечно, спасибо врачам, что помогли принять правильное решение. Дни тишины, подчеркивают в роддоме, это не просто временное вето на проведение абортов. Это способ очередной раз напомнить женщинам о контрацепции, внимании к собственному здоровью, важности семейного счастья и главном предназначении в их жизни. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.